Ладушки-ладушки, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Файп, и со мной сегодня Илюха Кузака, и у нас спуск в кальмара на целых 20 человек. Друзья, всем привет, это что-то невероятное будет. Ой, отчета не было, отчета ты видел? Забагал отчет. Да, да. Друзья, у нас сегодня спуск большой на 25 разных машин, то есть 25 раз будем спускаться, будет попа-боль. Поэтому Илюха, лайки, Илюха. Подписки. Назад посмотри. Я вижу. Это просто комары какие-то. Это зелё... Но мой Игнус очень хорошо справляется. Тихо, мужик. Юра кричит. У меня тоже, меня люди только толкают. Тихо. Нет, Ибрагим, давай, лови. Вы там вообще сзади как-то. Пожалуйста, не слетай. Я выстоял. Не слетай. Не слетай, это хорошо, что стоит. Ой, Асирис, Х20, это... Тьфу ты, Х25. Понятно. Я все перебрал, Т20, Асирис. Хашка это топ за свои деньги. Юра у нас сегодня немножко взволнованный тип, после спуска тем более, поэтому не обращайте внимания. После спуска, да, кстати, первый. Да, да, да. Нам повезло. Подожди, ты тоже прошел? Конечно, да, с первого раза. Ага. Меня просто люди там немножко пихон гонили, потому что я в самом конце... Так я не понял, у тебя тачка Т20 была? Т20 это топовая машина. Нет, вообще. Нет, у меня хашка была, бро. Х21. Ну, икса, да, это прям олдовая тачка тоже считается. Ну, хашка менее олдовая, чем Т20. Да, согласен. Потому что согласен. Она же вышла позже. А самая олдовая это у нас Адар там еще был. В выборе. Ну, Адар, он очень тяжелый. Блин, они мной футбол играют. На мной чуваки, которые не прошли футбол, чисто закидывают. Так, тихо. Так ты на самолете летишь, не? Или ты на машине уже? Я взял следующую, да, конечно. Ага, там какая-то АК непонятная, матизная. Илюха свалился, чел взорвался. А Юра, чё делает правильно? Нет! Ты хочешь сказать, что ты прошел? Нет! До конца упал. Да, прям вообще на самом конце. Не говори гоп, когда не перепрыгнул яйца. Вот что мне говорил дед. Ну вообще, философия вся наша жизнь. Ну да, у меня дед был философом на самом деле. Он такие цитаты в 93-м. Как его звали? Пастернак? Пастернак? Да, Пустырник. Пустырник Форте. Отлично. Пустырник Файбович. Слушай, мне так нравится эта машина, потому что я на ней... Кажись, тоже сейчас пройду. Да, я на ней кувыркался всю дорогу кувыркался, Юра, и под конец я упал. Прошел? Нет. Надеюсь, по крайней мере, что меня пока еще никто не сбил. Я 10-й. Я все просрал, я в долги влез. Какие 10 тысяч баксов, что с меня взять? Ладно, зато, может быть, твоя ставка зайдет там на меня, я вот 4-й еще. И, возможно, еще ты это отыграешься, потому что здесь все не предвещается. Чекипоинтов у нас 6 из 50, вот, по крайней мере, у меня. Я думаю, шансы 8. Есть. Ну, у тебя, да, ты прошел, потому что... Ну, у нас 1 за 2, получается 25 чекпоинтов. Ага. Годная а у тебя тоже самолет перекрашивался в твой цвет, который конечно, банды да. там? Да, тут потому что баганные читерские чекпоинты. Тут и тачку, когда берешь, она сразу в тюнинге, если ты не замечал. А потом ты резаешься, да. Она там что-то, колеса, по-моему, даже прокачанные. Да, колеса прокачанные, прям у дюны смотри, ребята. Угу. А давай, Илюха, я тебя немножко это... Что меня? Ну, попинаю. Не, не надо меня пинать. Я вот дюна, большая дюна, мне и так плохо живется с такой подвеской, с такой центром тяжести. А я тебя вообще не вижу. Кузака Грант. Да я здесь слился с голубой платформой просто. Нет, дело не в том, что ты даже слился. Я тебя по карте даже не вижу. По-моему, я тебя пролетел уже. Да я 5-й. Потому что тут... А, ты сзади меня прям на одну... Вот он, ты летишь прям на... А, нифига ты... Нет, я чекпоинт упустил из-под глаза. Да куда ты пихаешь, дебила, кусок? Все, первая бомбежка. Там розовый какой-то очкарик полетел на своей дюне сейчас. Прям очкарик? То есть ты его прям в реальной жизни видел? Ну, я просто предполагаю, что он очкарик, раз он так летит, не видя, что впереди как бы ждет. Он такой, ой, бля, там, наверное, можно жать. Жать? Жрать. Гашатку в пол? Жрать? Гашиш. Осуждаю. Да, тоже осуждаю. У нас здесь... Что-то вырвалось. Наркоманская и так тема какая-то слишком. Да. Ты представляешь, 30 человек прилетит. Спускаются. Ну, уже 17.
Да вообще, ну, мы, да, русские ютуберы, какая желтая монетка, зеленая, без разницы, мы и так получаем. Мы и так бомжи. Да. Подайте на пропитание. Ставьте лайки, чтобы... Да, ставьте лайк, чтобы мы больше не бомжевали. Офигеть. Вот там чел просто какой-то обиженный на жизнь хотел меня столкнуть. Я дюдинон. Я дюдинос. Но не столкнул. Я деберачнис. О, я коричневый. Ты там что, по-казахски говоришь как-то? Я коричневый. О, я чел лавзал. Говно? Нормально. Говно, да. Я цвета говна, коричневый. Цвет детской неожиданности, как еще говорят. Почему детской неожиданности? Да, это же взрослые бывают тоже. Или у взрослых там уже другого цвета. Ну, я не знаю. Ну, вот я, типа, когда ходил, обычно у меня такая темная. Хорошо. О, всем приятного аппетита. Тун-тун-тун, истории про какашки на ролике. Блин, я капец опасный, да, чел. Мы вернули 16-й год. О, я типа взорвал. Да, причем не 15-й, а 16-й. Да, ну, куда самолет? Там... Ты, блин, закрылки свои открой. Я вообще канал... Я сегодня пересмотрел старый ролик, и интересный факт. Я забыл совершенно об этом. Я создал канал, чтобы зарабатывать деньги и донатить в Clash of Clans. Серьезно? То есть такой мотив был? Офигеть. А ты что думал? Да что происходит? Почему у нас чел респаунится? Я танчики снимал в World of Tanks в 13 году. Ну, танки я тоже помню играл. У меня аж 5000 боев сейчас. Офигеть. Прям в которой это, не блица. Да, да, да. Ну, я дед, я... А сколько процентов побед? 16. Ой, я не помню, я давно не заходил. Там, типа, если 45% побед, то ты рак вообще мира. Блин! Капец, повезло нам. Погоди, а почему взорвался другой чел, а ты крикнул? А потому что если бы он взорвался, то я бы тоже взорвался, но мне повезло, что меня не зацепила взрывная волна. Новая волна. Как? Юра, вообще. Два деда собрались. Помним, помним, любим. Да, вот представляете, когда я снимал с Илюхой первый раз, мне было 15, Илюхе было 20. Ой, нет. Какой? Какого ты года рождения? 4-й. А я, ну, на 3 года у нас разница с тобой. Ну, получается, мне тебе было не 20. Было. Да, 18. А сейчас мне почти как тебе, то есть мне 20, а тебе получается 23. Пипец время летит. Ну, у меня пока 22 еще. Ну, я округлил по году, если судить. Да. Нет, погодите, Дюна, 20, Дюна! 20-ка все-таки, да, уже? Да, да. Ну, 21 будет в январе, вот. Понял. Вот так вот. Я сейчас на лимузине скачу, и это какая-то большая бандура. Я не знаю, что от нее ожидать. Кстати, большая бандура, я смотрел, тут нормально проходит. Очень вот хорошо, у меня да? Дрифтовая тачка, да. Да, у нее центр тяжести еще низко, он же низкий, невысокий. Но у меня дрифтовая тачка вообще что-то плохо проходит. Она что-то задрифтила. Так, мне кажется, задним ходом. Как будто я, блин, лучше проходил раньше спуски, сейчас уже скилл весь пропил. Ага, пьешь, значит, да? Ну, детское шампанское и сок. Что-то там гашиш говорил. О! Тихо! Тут типы взрываются передо мной. У меня ж просадки, прикинь, были до 40. Охренеть. Нормально, нормально. Так, а я на лимузине с первого раза скипнул его. Но пока еще не скипнул. Тут столько дюн едет. Они еще и такие медленные. Дюна, 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 дюна. Нет, уйди. Дюна! Нет! Это фильм «Дюна». Помнишь, такой был? Да, только он мне что-то не понравился, как какой-то он на «Звездные войны» похож. Нет. Я вот не помню. Я просто не смотрел «Дюну», честное слово. Я просто помню, что есть такой фильм. О. Я на второй позиции. Я могу сейчас быть на первой. Я больше по супергероям. О, тут чел на жабе. Но «Дюна», «Дюна» — это фильм. Да. Ну вообще «Дюна» — это такой вид... Транспорта в GTA. Есть два типа людей. Нет, три типа людей. Такой вид природы, транспорт в GTA, такой фильм. Просто кто ты, киноман, игрок в GTA или просто ученый? Ну, не ученый, а этот. Ну да. Шарит за природу. Этот, гинеколог. Отлично сказано. Шарит за природу. Ну, там, мне кажется, иногда такие леса. Ну, в принципе, гинеколог, он тоже шарит за природу. Блин, ты понимаешь, я был четвертый, теперь десятый. Ведь строение женщины — это же природа. Какой-то вы сегодня философ, Илья.
Ну да. Вот ты, кстати, был пророком, видимо, я на жабе. Ну да, так нет, и у жабы прокачаны колеса. Жабе вообще можно прокачать колеса вот таким вот образом? А, по-моему, нет, кстати. Нет, ну, в плане... Она вообще не тюнится, по-моему. Да, здесь она затюненная. Это вообще что за молоделовская тема? Ну вот, потому что читерская карта... Тихо, и дюн... Ой, жаба, это прям она... Квак-квак-квак на каждой штучке так хорошо проходит. Просто идеально. Тяжелая. Заказывайте озвучку MP3. Да. А я помню, да, мне заказывали, хотели, чтобы я игру озвучивал. Но что-то не срослось у нас потом. Игра не вышла. Да. Деньги не заплатили, игра не вышла, все. Вот и поработал. Я же там этого Джейсона озвучиваю. Успей поставить лайк за 5 секунд, если любишь свою маму. Привет, Алю. Здорово, зеленый. Вот, и как этот, знаешь, на самолеты зеленые летают. Как это авиакомпания называется? Огуречная. Дубай Airlines. Five Airlines. Ну да. Теперь Кузака Airlines. Ага, а ты у нас на какой позиции? А, ты второй. Да, я не понимаю, как, кто там на первой позиции такой смельчак. Янг Пловер. Я очень что-то бешеную скорость какую-то набрал. Да, ты помедленнее езжай. Тише едешь, дальше будешь. Новая пословица, которая старая как дед. Мой? Ну, не только твой, наверное. Сколько твоему деду лет? Ну, было 62. А, ну нормально. Он даже еще пенсию не получил. Он до пенсии не дожил, блин. Угу. Охренеть. Настолько пенсии хороши. Нет, ну у нас пенсия же тогда еще была, по-моему, поменьше, когда... Ой, Илюха, здорово. Еще и пенсия была меньше. А! А, все. Пенсионный давно было. Лимит. Че? Да, да. О, ты вырвался на первую позицию, что? Да, как? Мы с челом смогли соединиться на одном чекпоинте. Оу, май. Хорошо, я так и сейчас финтифлюшки дал на лимузине. Теперь вот он опять вырвался. Надо первую позицию. Давай, Илюха, покажи, пропил ли ты свой скилл или не про... Ай! Я уже не пью, не знаю, сколько лет. Чисто зордик. Вот когда с тобой снимал, я просто бухал каждый день. Я вот этот путь к успеху снимал и вдрызг пьяным каждый раз. Господи, какой же я был алкашиной. Но это надо было пройти. Вот все разоблачения, видите? Илюха сделал сам на себя разоблачение. Это исповедь, исповедь. Исповедь. Исповедь на спуске в GTA Online. Да, да, ты это, признаешь ошибки и... Да. Как это? А чё чел вы... И становлюсь лучше. Фига. А ты чё, упал? Я не понял, погоди. Да я зачем ты такие слова говоришь? Я сейчас вот упал. Капец, это просто невозможная машина, она такая... Никакая. Мы же тоже отвыкли друг друга за столько времени. Конечно. Сколько Илюха пил непробудно. Я пишу, Иржан, вставай на работу, пора. А Файв гашиш курил. Да, никто не идеален в этой жизни. Вообще жесть. Что у нас реально за сброд каких-то душевнобольных? Один пил, другой курил. Да. Здравствуйте, меня зовут Юра. Да-да-да. Мне 20 лет, и я алкоголик. Блядь, я опять упал! Я видел еще и перед чеком почти. Я четвертый. Красава, я пятый. Пятый. Да, а ютубер, кстати, с помощью вот этой всей темы так и речь хорошо ставится. Боком. На 360. Да как угодно. Но вот даже когда я не снимал 2 года, сразу все как-то хуже стало. Все, я не снялся. Ты не, я не знаю. Ну ты-то вырежешь, а я вставлю, потому что я прохожу. Ага, ну не толкай, что... не толкай, жаба, ебать тебя в рот. Меня? Ты не жаба же. Ну не надо меня. Ну, я наконец-то прошел, это говно. Хорошо. Я вторая позиция, только надо сейчас взять чекпоинт, чтобы меня никто не сбил и не взорвал. Ты соленый получается, огурчик? А почему? Не знаю, ну просто ты же взял чекпоинт. Ну, у меня опять радио. Огурчик поинт я не брал. Огурчик поинт? Я взял просто чекпоинт. Я все равно на второй позиции, Файв. Я не знаю, что это сначала думал. А я на третий. Ну, он просто скиберспортсмен. Так, нормально, тихо, аккуратно. А, кстати, дальше скрамжат, видимо, да? Поставьте лайк за то, что Илюха сегодня не пердит. Ну, у него с кишечником все хорошо.
Что, блядь, ты сказал? Ну, что ты не пердишь. Ну, я в плане ролик у тебя был, там, типа, это РПГ против машин, ты там пердел, это с кишечником что-то были проблемы какие-то, видимо. Ну, и то это еще не самый лучший звук, друзья. Я вот сейчас с компрессор подключу, когда вот тогда вы меня услышите уже хорошо. Вы, кстати, если будете... Ладно, я не придумал. Я всегда в 17-м году, когда я не знал, что говорить, но я все равно что-то говорил, я просто нес билиберду, и это заходило народу. Главное, что-то вот просто молоть, то есть ты включил запись, все, начинаешь... Как вот это, знаешь... Знаешь, где еще можно делать так? Да, можно делать кое-что... Делай куни ей, браток, и все будет заебок. Пацаны тебя поймут, может быть, и было набьют. Главное, я лизать всегда, это круто, как вода. Можешь взять ты леденец, можешь взять ты шоколадку, чтобы было там вкуснее, или чтобы было там хоть сладко. Делай куни ей, браток. Ладно. О, Кузака Грант скрамжит. Песни моей молодости помогли мне пройти на скрамжите эту ландыши, штуку. Ландыши, ландыши, ландыши. Теперь Five тоже решил попробовать эту тему. Да. На, Илюха, пока. А, нет, я не задел ветряк. Ладно, жалко. Не надо. Я давала как могла, в рот я ей... Чуть концы не отдала. Да-да. Кто помнит эти песни великие? Охрененная песня. MC Пох, господи, наверное, вот сейчас его уже новый... Откуда они узнают? Он до сих пор дреки выпускает. Так он это... уже не такие великие. Ему 30 лет, наверное, он уже скуф. Нет, ему 20 с чем-то. Это же он, когда выпускал эту, он был вообще школьником. Да, но он не старше нас. Ну, если только на пару лет, наверное, да? Ну да, да. Охренеть, так... потом на пожарке, Юра. Угу. Оттушить пуканы чисто. Да, длинные пожарные. Я сигналку включу, чтобы все боты распускались. Как это произошло, я вообще не понимаю, Ахтунг. Нифига боты, себе. Ты про этих, про игроков, которые с нами играют? Ну боты. Да, это ж боты. Норм, ты так... На пинок под задницу! Офигеть, полетел. Он еще летит. Не захейтил нисколько ребят. Да не, это типа шутка была, знаешь, то, что я вот сейчас на пожарке, а у нее есть мигалка. Когда я включаю, что боты все расступаются. Но, к сожалению, игроки не боты. Поэтому что-то не получилось. Ты, короче, решил пояснить мне, как тупому, да? Типа я настолько тупой, что... Ну, может, ты там на своей волне чешешь бебру и такой, и вообще не вдупляешь, что я говорю. Не, я понял, про что ты. А, ну у ты умный парень. У меня, между прочим, в 14-м году, я помню, было вообще 30 макарон. Я помню, я еще суши заказывал. Блядь, какие 30 макарон? Ты их считаешь, что ли, в тарелке еще как-то? Да, да. Ну, типа, как пельмешки, нет? Говоришь маме, положи мне 30 макарон, блядь. И мама такая считает макаронину каждую отдельно. Я не с мамой живу. Мне уже такого не понять. Ну, девушка. А раньше... Я сам готовлю. Я повар-кондитер. А вот это хорошо, ребята. Вот они как подразделение у нас, понимаете? Я повар-кондитер, у меня девушка-банкир. Понятно, кто у лавочки стоит, готовит. А кто деньги собирает, да? Да. Ну так вот. Из успешного ютубера в повара. Ой, хорошо. Пожалуйста. А как погоди, а как будет антоним путь к успеху? Как будет антоним? Дорога к бомжу или что? Что говоришь? Дорога к успеху? Да, путь к успеху, это вот антоним, это как будет? Дорога к бомжу? Путь к нищете. Нет, это синоним путь, а вот именно слово путь антоним. Что за Путин? Кремлебот? Сам ты такой. Я не медалист. Опа, вот это пошла черная. Я его что-то хейтить начал, не знаю. Я его ВКонтакте открыл, я понял, что человек странные вещи делает. Кстати, чел уже первый, ты видел, финишировал? Так-то. Вот я в афиге. Я просто в афиге. Он читер, наверное, друзья. Просто так невозможно делать дела. Делать дела. Я вот на 38-м чекпоинте. Я на второй позиции. Я 30-й. Ну, не позиция, а чекпоинт. О, кстати, люди, ты видел, сколько повыходили? 12 человек уже. Ну да, полысела головка. 18. Полысела. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, чувак, извини. Чувак, извини. Я таран тут подвинул, прикинь. Очень жестко. По-моему, он упал из-за меня, да? Ой-ой-ой-ой. А я, по-моему, какой-то Бугатти скипнул. Что это такое вообще? Тракс, это трофей, да. А у тебя тоже эти стуки есть?
как будто да, шарики. Да, 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 там стукаются яички какие-то на Пасху. Ладушки, ладушки. Да. Всех с Пасхой, как ты говорил раньше. Я помню каждое приветствие. Вы понимаете, каждое приветствие. Ты мне сейчас напомнил. Он говорил всех с Пасхой. Ну что ты делаешь? А я понял, этот чел не читер, он просто профессионал. Потому что я сейчас беру каждую секунду, каждый чекпоинт новый. Не вылетай, игра, пожалуйста, не надо влагать. Анал? Не знаю, какой анал. Может, у тебя пролагал, у меня просто сейчас было 30 FPS почему-то. Ну все, компьютер уже на пенсию. На пенсию, на пенсию. Надо менять перед GTA 6. Дай деду умереть спокойно уже. Хотя 90 FPS 970-я карта выдает на ультрах. Не хочешь? Ну да, но видюха, она не сильно задействована же в GTA-шке. Тут больше процессор и оперативка. Процессор i7-7700K, 16 гигабайт ОЗУ. Нормально? Ну, у меня 770K был. Ой, 770. Тут ты. Ну, короче, семерка такая же была и, типа, ну... Намного меньше FPS-ов было. А, то есть он уже устаревший считается, этот процессор? Конечно, конечно. Да охренеть, говно какое эти процессора.